ветер, там какая-то мошка в лоб прилетит, там, я не знаю, дождь, там, там едешь. Ну, короче, очень кайфово. Рев мотора, дорога и ты наедине со своими мыслями. О путешествии на мотоцикле по России иркутянин Дмитрий Пономарев мечтал уже давно. В этом году мужчина купил себе железного коня и проехал на нем от Японского до Черного моря. Ночевал где придется, иногда в гостиницах, а иногда на коврике в чистом поле. Точного графика не было, поэтому Дмитрий был за рулем, пока не надоест. Иногда и до поздней ночи. Всего он проехал более 20 тысяч километров. Впечатлений масса на самом деле, и только положительные. Трудности, да я бы и не сказал, что это трудности, да, это же можно к разной ситуации относиться по-разному, можно вроде как бы и страдать, а можно в этой же ситуации ничего изменить нельзя, но можно этой ситуации наслаждаться, то есть как есть, и я в таком ехал. В состоянии наслаждения, короче. Дождь, ну, значит, дождь, я же не могу его отменить. Еду, дождем наслаждаюсь. Там солнце, значит, тепло, хорошо, тоже кайфово. Модернизированный Кавасаки Вулкан с коляской от Ижа путешественник купил в Хабаровске. Оттуда и началось его путешествие. Мотоцикл трехместный. Изначально Дмитрий хотел ехать с двумя дочками. Но проехав участок Хабаровск-Владивосток-Иркутск, отказался от этой идеи. Дмитрий посмотрел массу достопримечательностей, познакомился с другими байкерами и даже покорил Эльбрус. Большую часть маршрута иркутянин преодолел один, однако на юге России к нему присоединилась жена. Ехали с Ростова до Воронежа, жуткое пекло, прям самый-самый вот эпицентр был, вот аномальной жары, и мы с женой ехали, жена в коляске, прям ноги выставила, загорала, прям я изнывал от жары, воды нету, и фура большая ехала, по-моему, даже на казахских номерах. И ребята вот достали вот энергетик ледяной просто из холодильника с испариной. И в плюс 40 вот этот энергетик, просто божественный напиток. И жене мороженку, кстати, тоже дали. То есть было очень неожиданно и приятно. В планах у Дмитрия сменить мотоцикл с коляской на более маневренный. И следующим летом покорить новые российские маршруты. Юлия Бархатова, Иван Прокудин. Новости сейчас.